На Украине группа инициативных граждан начала кампанию за отставку одесского губернатора. Основные претензии – отсутствие реальных действий, странная кадровая политика и самопиар. Предложение сместить Михаила Саакашвили с поста уже оформили в петицию, которую разместили на официальном сайте президента. За в течение первых часов проголосовало почти 100 человек, а для успеха инициаторам надо найти 25 тысяч сторонников. К слову, петиция за назначение Саакашвили премьер-министром в свое время набрала необходимый кворум за пару дней.